Сюда, Фрей. Не, мне показывают. Вон смесь. Ну так она закрыта. Какой весь сюжет? Тут разницы нет, как проходить. Кнопки перепутал. Биология, сука. Не боишься идти? Сейчас до хрена будет лишь аркет стрелять. Бот вернулся. Тут бота тоже высадить можно. Отлично. Что написано? О, подрывной модуль, это, наверное, который взрывает. Логично. Чтоб нас запомнили. Капец, их много, блядь. Я про патроны. От них остается уничтожать их много. Да. Ха-ха. С детьми во второй части то же самое было. Но.
вот головоломка. Помнишь? Да. Эти у меня тормоза. Что ж такое? Пиздец. И ничего не то. Ты крутишь одну. Сейчас. А, надо втор... Во. Во. Чувак, ты чё куришь? Жопу. Я вижу, вставляет, да? Ну. Тебя колбасит, как чемодан с лобами. Хочу на бану с миссией. Мы пришли отсюда? О. О, бонус миссия, смотри. Слушай, давай вернемся обратно к этому, к станку. Сначала. Вот он. Тут, по-моему, есть, нет? Видишь, костюм можно поменять. Там должен быть станок где-то. Ведь не та бонус-миссия, это другая. О, это пойдем. А, я сейчас, кажется, знаю, вот помнишь, ты говорил про эти штуки, что там типа секрет? Да.
воды дождей. Давай с тобой так. Может, найдешь? Сейчас погоди. Нет, тут нету вроде, в другом месте. Блядь, неправильно. А, там будет... Блядь, выпало. Блядь. А где было сохранение, я даже не помню. Перед загадками. Че, я обратно немного вернусь, посмотрю к станку, вернусь, посмотрю, вроде там должно быть сохранение. Блядь. Нет, не дают вернуться. И сегодня уже в интернет звоню. Буду подключать другой провайдер. Угу. Я вам объясню проблему, они сказали, что с этим провайдером проблем нет. По-моему, игра сохранилась после того, как мы головоломку решили, взяли этот кусок. Я не обращал внимания. Ну, а, нихуя себе, пиздец. Подожди, давай обратно к станку вернемся. Зачем? У меня места уже в инвентаре нету. Бля, так далеко. Как может там быть станок через мостик? Не. Почему она не сохранилась? Дерьмо. Тут. У кого сейчас миссия будет? Не, не работает. Вот она. Хорошо, хоть на ресурсы сохранять, но приятно. Ну. Тогда я выключаю запись, не буду, мы это уже проходили. Блять, только что бота отпускал, он опять пришел. Не. Тут где-то должно быть. Что мне работает? Где-то здесь. Может, за это, который не работает? Не-не-не.
Может быть, эту, которая не работает, ее можно как-то запустить? Ну вот, база. Очень не работает. Странно. Прям на голову не упал. Станок. Я здесь артефакт нашел. Ага. Бот вернулся. Это должна быть миссия клевая тоже. У тебя, кстати, карточек сколько? Ты себе покупал DLC, да? Да. Может, еще раз купить, да? Ну, у меня скоро 60 будет еще раз. Я могу еще раз купить. Кино. Некроморфы всех хотят потрахать. Странно. Ты без меня не можешь войти в магазин, что за бред? Да, как-то узнал. А мне написали. 28 карточек, почему? А было сколько? Ну, после того, как я 60 потратил на DLC, а. В то время у меня сейчас всего 28 собралось. Может, я тратил на что-то, я не знаю. Да нет. Я не знаю, на что я не тратился. Что-то мне это не нравится. О! Блять, надо что-то всякие кинуть туда, что ли? Давай я тебе кину. Подзадам, побежишь, проверишь, если все нормально. Хочешь? Странно, не работает. Охуеть.
дрыкает голова. Даже две. Красивый. Это гипноз. Здесь можно ключ вставить. Что, будем вставлять? Сколько? Один? Сейчас возьмем это сокровище. Смотри. Охуеть. Прерывать. Давай к станку вернемся, сгрузим эти коробки туда. Давай. Все? А, это все. Вот стол. Сейчас посмотрим, что там за дверь с плечом. У меня оружие называется прерыватель, и оно бесплатное. Посмотри. Какая там мощь. Слабенькая. Оно бесплатное, но оно слабое. Написано гальванизатор какой-то и криогенный факел. Усилили двумя стазисными насадками. Ха. Зато оно бесплатное, блядь. Нет, оно платное. Прерыватель? Да. А у меня цена 0 написана. А у меня наоборот требует много ресурсов. А я могу. Рвет насмерть. Да. Написано. Да. Странно. А могу. У меня он требует 250 вольфрам, 900 полупроводник и 1500 металлолома. А тут есть функция поделиться. Может, я могу тебе его бесплатно отдать, хочешь? Ну, мне не нужно, у меня же ракетница. Хотя, что за насмерть? Давай посмотрим, что это, как он стреляет. Раз тебе дают, забирай. Поделиться. Может, лучше, чем ракетница. Не удалось поделиться. А, вот написано, что у тебя он уже есть, но это чертеж, поделиться чертежом. А как я могу оружие тебе дать, если я его сделаю? Разве можно? Я думаю, да, в сейф типа положишь, и там можно тоже поделиться в сейф. Давай я тогда сделаю его сейчас. Давай. А ты не хочешь его к себе поставить? Не знаю. Я хочу посмотреть, как он стреляет, что значит насмерть. Вот я его в сейф скинул, а как тебе его дать? Тут такой функции нет. Вот в сейфе наводишь предмет и там внизу написано поделиться. У меня нет такого. Экипировать, разобрать и назад. А аптечку или патроны можешь поделиться? Да. Блин, что за... Оружием не могу. Давай я его сейчас включу, посмотрим. Давай. Вот. А, автомат. Смотри. Замораживает? Да. Вау. Прикольно. И автомат. Но он слабенький по мощности. Наверное, замораживает сразу. А метальность. Ну я его оставлю, посмотрим, как он будет замораживаться.
мы что, куда идем? Идем, там же ключ был. Дверь с ключом. А-а-а. Да. Ну что, оставить его? Не знаю, я в нем не вижу смысла. Нас же стазис. Да, он много патронов тратит. Чё это? У меня урон максимальный, а мне пишут еще плюс 2 урона. Мы обратно вернулись. Мы же тут были уже. Не туда пошли. Не понял. Как сразу обратно? А, блядь, все понятно. Эта дверь тоже была закрыта ключом. Ага.